Здравствуйте, меня зовут Татьяна Степановна Гузон. Я врач-стоматолог клиники премиум-класса для детей и взрослых Dental Fantasy. Очень часто пациенты задают вопрос, зачем нужна профгигиена, если я сам чищу каждый день зубы. Можно сравнить гигиену полости рта с уборкой в квартире. Мы каждый день, и это делаем дважды, очищаем зубы от зубного налета, от пленки, которая образуется в результате жизнедеятельности бактерии. Эта пленка есть основная причина развития заболеваний десен, кариеса и неприятного запаха изо рта. У нас образуется налет, который мы должны обязательно удалять вечером. Налет образуется и ночью, поэтому нужно удалить этот налет и утром. То есть чистка утренняя необходима. Это и есть наша регулярная стоматологическая уборка. Но зубам требуется и генеральная уборка. Не все участки зубов возможно прочищать с помощью домашней щетки, даже если она очень хорошая. Поэтому нужно приходить на процедуру профессиональной гигиены полости рта, которую мы рекомендуем делать минимум раз в полгода. Тем, кто пьет много кофе, курит, носит брекеты, рекомендуем делать немножко чаще, раз в 3-4 месяца. Те, которые приходят на профессиональную гигиену раз в полгода, у них возникает развитие кариеса и заболеваний десен намного реже. Будете приходить 2 раза в год на профгигиену, снизится риск возникновения заболеваний десен на 80%, риск развития кариеса на 40%. Задумайтесь над этими цифрами. Будьте здоровы! Ждем вас на профгигиену Dental Fantasy. Чтобы записаться на прием в клинику Dental Fantasy, пожалуйста, нажмите на кнопку. Узнайте больше о том, как сохранить здоровыми зубы ваших детей. Подпишитесь на канал Dental Fantasy TV или выберите следующий видеоролик для просмотра. Я стала ждать зубную фею, когда она придет еще в Dental Fantasy показывать мультики. Они ценят ответственную команду опытных врачей, современное оборудование, отличную диагностику, эффективное лечение.